Когда с первых же минут гости стали прессинговать практически по всему полю, невольно возник вопрос, насколько их хватит при таком темпе. Как выяснилось, хватило надолго. Прессинг прессингом, однако уже на первой минуте игры Касымов подавал угловой. На третьей исполнял штрафной удар. На четвертой мяч, пущенный Пагаевым, пролетел рядом со стойкой ростовских ворот. Так что Алания была настроена весьма воинственно. Вот только быстрый гол никак не получался. Сверхплотная, подвижная оборона гостей не давала на размышления и доли секунды. Так продолжалось до 32-й минуты, а потом случилось труднообъяснимое. Только что Касымов не использовал верный голевой пас Тидеева. Как уже в следующее мгновение ростовчанин Герасименко промчался по флангу и молниеносно ударил. 0-1. Гол, как ни странно, все расставил по своим местам. Преимущество Алании стало подавляющим. В этом эпизоде на 36-й минуте Сергей Тимофеев, как и всегда, боролся до конца. Отнял мяч почти у линии ворот и даже успел откинуть его Касымову. Мирджалол сравнял счет. 43-я минута. Мяч, поданный Касымовым с угловой отметки, выбит из предела штрафной, но сразу возвращен обратно. В первое мгновение Яновский удивился встрече с мячом, а потом сам удивил весь стадион редким по красоте ударом. Такой гол мог бы забить разве что Сулейманов, а тут Яновский, солидный тяжеловес. 2-1. Начался второй тайм, и уже Тетрадзе исполняет идеальную по точности и замыслу передачу на Сулейманова. Назим сходу и мяч принял, и защитника обыграл. В таких случаях остается только фалить. Пенальти реализует Мирджалол Касымов. 3-1. Ростовчане начинают с центра поля, а через считанные секунды уже Хапов достает мяч из сетки своих ворот. На первый удар Заурс реагировал, но защитники не выручили. Не смогли помешать Александру Маслову увеличить свой бомбардирский счет.